Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 17, упражнение номер 26. Прочитайте: «Вселенная, какое красивое и величественное слово!» Так называют весь необъятный мир, частичкой которого является наша Земля. Во Вселенной множество звезд, самое близкое – Солнце, самое яркое на зимнем небе – Сириус. Ее название обозначает блестящий, сверкающий. Украшает небо зимой созвездие Орион. Его название – это имя охотника из древнегреческих мифов – Плешаков. Какие еще названия звезд и созвездий вы знаете? Наверняка вы знаете название звезды «Малая медведица» или «Малый ковш», «Большая медведица», «Большой ковш» и название полярной звезды. Выпишите имена собственные, подчеркните в них заглавную букву. Итак, выпишем имена собственные, их здесь немного. Вселенная, Земля, Солнце, Сириус, Орион. И подчеркнем в них заглавную букву. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.